Да. Угадайте, что мы будем снимать? Угадайте. Сначала всем привет, ребята. Хэп. Здорово, хэп. Да, правильно, мы снимаем вторую часть. И... Ну, если это будет сток, надо. Листок еще не только листок. Отдай. Вот. Хэп. Ты пока раскручивай. Нашу. Другой листок положи. И я иду за листком. А вот пока наблюдайте за рыбами. Интересно наблюдать за рыбами. Согласен. А в мене тут 36 хвилин 49 секунд пам'яті. А листок не витягується. Витягнув краще два листка. Фу. Мене тут не було. Що, мене тут не було просто. Геп, здоров. Так. Який? Не той, другий. Другий, дай. Так, давайте, я перший. Прямо в куда. И попал я, как вы понимаете, двадцатку. Двадцатка, далее фрукт. Далее идет. И так сойдет. Неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Да, я настановлю правило. Якщо ты попал, но відлетіло десятка. Якщо ты промазал, двадцатка. Записываем, записываем. Записываем. 20 плюс 10 70 плюс 20. Дай вытягаем. А вы без моменты. Зато сетку рисую. Маленькую не выиграл. Надо жалеть. Сотка есть. Есть, хоть бы сотка. Далее меняемся мы. Ты нормальный? Ты нормальный бельком? И так сойдет. Ты, блин, нормальный бельком? Я офигею. Тридцатка. Я просто хочу играть в эту игру. Я точно буду играть. Я просто протестер не хочу играть в эту игру. Почему, блин, мне так не везет? Пиши, хэп. 110 плюс 100. 200 плюс 30. Дорівнює. Далі я опять. Блин, комай. Некоторые подписчики думают, что я дебил, а я скажу, я нормальный. Вот так. Походу я ох просто. И десятка тоже непогана. 20. Ну, если не. Подводим итоги. 70 плюс 20 плюс 20. А. Ну, в принципе,
принципе, нормально. 130. Чем я буду писать? 130. Кто не знает, может подхватить уже. Мои апельсины еще можете не рахнуть. Спасибо. Давай, держи. Держи, держи. Давай, ты. Да ты нормально, блин, комай. Десять. Хочу десять. 10, 20. Десятка. Не, 200. Записывай, блин, комай. Давай, я добавлю 70. 30 плюс 70. Блин. 20. Не, 10. Ладно. Плюс 10. Дольё. Мэм. Далья, гэп. Ты не знаешь, это гэп. Под прошлым роликом. Доста, 200 было, ну. Десятку. Погано. Понял, 100 тоже непогано. 50 тоже непогано. Ника, 40 тоже непогано. Подведи метод. Записываем, да. 50 плюс 10. Забираем. 40 плюс 100. 40 плюс 100. Дорогие. Плюсик. Далее. Который сейчас я уже. Секунду только снимаю 40. 10, 20, 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
60 плюс 110. Дали меньше. О, все, проблема решена. Пожалуйста, не падай. Какой еще станераж? Еще я, ты. И заканчиваем. Нет, надо подводить еще итоги, забыл. Если это тоже не было. Жесть. Да. 100, 110. Да, 100, 110. Так. Так. Что же? Разберу, блин. Там было... 10, 10. 10, 10? Так. 20 плюс. 100 плюс 100. 10. Ой. 10. Давай, теперь я. Вы с тобой? Давай. Так. Так, ребята. А для чего подводить итоги, если ты еще не покидала? Для чего? Ха! Ха! Тебе нравится. Что? А!
10 наконец-то. 10. Так, записываем, записываем. 40. 50 плюс 40. 50 плюс 40. 10 плюс 30. Равно сколько? Опс. Равно 110. Так, теперь мои итоги. О, 203, как у Берда. А теперь все разом. Фу, хорошо на 6. Фу, я же думал, что попадать 6. Не хватит этого. 1000? Да ну 1000, что ли, 1000? 1000, блин! Я просто охренею. Ты, блин! Как можно было выиграть гэп? Алло! Ребята, вы наверняка видели ролик пранк лайф постили, то это хэп стоял там. Я пранковал хэп. Ну пранк нормально получилось, почему так мало? Не хочу. Да, я буду делать. Смотреть компьютер. Давайте уже крыса. И попал. Попал. Нет, попал. Кто хочет, тот может посмотреть за мной. А я уже буду прощаться, пока он включается. Ну ладно, ребята, меня зовут Кек. Со мной сегодня был Гэп. Всем пока-пока. И обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Блинский. Капуктер, включайся, блин. Жесть. Ну ладно. С собой вот такой. Я его обязательно буду продавать. Ребят! А это еще за... Это еще за лопата еще. Но и ручка не выйдет. Ладно, ребята. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я там продаю. Я там как раз продаю бруски. Да, я там бруски продаю. Ручки тоже. Типа брусок, ручка, брусок, ручка. На том же вышло, что тело партия А. Там рівно 57 брусків. Можете купити. Ти. Можете купити. Ти. В мене ручку я вам обов'язково тіля пришлю по пошті. Гривняки мені скажіть, де тільки. Я там був українська, пишу. Типа гривни. Кстати, ви пам'ятаєте, що через 2 дні моєму ролику стане 2 роки. Типа 2 роки, 2 роки рік. Післязавтра буде. Післязавтра буде. Кстати, ребята, післязавтра буде. Дед, якраз 2 роки, 2 роки, 2 роки к рік. Ну, а я вам хочу показати, який ролик буде следующий. Який я закину сьогодні. Може, післязавтра закину. Післязавтра, возможно, закину.
дайте. Короче, ребята, я хочу вам что-то показать, что у меня скоро выйдет камемберный ролик. Я тут на телефоне пишу фест, потом поднимаю YouTube, найду фест. И на вот такой телефон буду снимать, как крать их 3 камемберы, закидаю. Потом 24 часа в песке. Потом идет гамибер слов. Не уверен, что 15 минут будет идти ролик. Сим получается. И... Грустнее. Сейчас я буду... Ай. Смотреть компьютер. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Обязательно. Пока.